Рассада очистка едкого высаживается на солнечные участки. Место в тени для него не подходит, так как тогда растение теряет свой декоративный вид. Семена очистка едкого высеиваются из такого расчета, чтобы расстояние между многолетниками было не менее 10 см. Растение относится к почвопокровным. Его высота не превышает 10 см. Его побеги стелятся по земле. Сорт морозоустойчив и хорошо переносит засуху. Цветение обильное. В отличие от других видов, на этом многолетнике цветочки располагаются вдоль цветоноса. Цветы средние по размеру имеют ярко-желтый окрас. Растение используется для одиночных и групповых посадок. Очиток едкий это травянистый высотой от 10 до 18 см, диаметром от 40 до 60 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль. Окраска цветка желтый. Лист растения по форме яйцевидный, узкой эллиптический или эллиптический. Весной листва по цвету зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.